Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus. И сейчас я покажу вам, как перейти в безопасный режим на данном устройстве. Для начала мы отключаем наш телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Попадаем в такое вот меню, и здесь нам нужно выбрать Safe Mode, то есть саму нижнюю функцию. Выбираем. И таким образом попадаем в безопасный режим. В левом нижнем углу мы видим надпись «Безопасный режим». Некоторые приложения у нас будут недоступны. Но так вы можете проверить свое устройство на ошибки. Вот. И для того, чтобы выйти из безопасного режима, нам нужно просто перезагрузить телефон. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.